Перенестись на 3000 лет назад во времена Древней Греции смогли жители Пушкина. В Московском областном музыкальном колледже имени Прокофьева состоялась премьера музыкального спектакля «Прекрасная Елена». Это оперетта Жака Оффенбаха. Почему мы взяли эту тему? Ну, потому что музыка прекрасная. А Жак Оффенбах – человек с юмором. И мы тоже захотели взглянуть на разные проблемы, на жизнь его глазами. Это история о древнегреческой царице Елене, которая влюбилась в Париса, сына царя Трои. Забыв своего мужа, царя Менелая, Елена бежит с Парисом из Спарты. По легенде, именно из-за этого началась Троянская война. Спектакль сделали таким образом, чтобы он был понятен для всех. Вне времени к такому эффекту стремился режиссер. Это история не о древности, а о человеческих отношениях. Для меня это был первый опыт постановки оперы. Опыт очень интересный. Сотрудничать с режиссером было в каких-то моментах непросто, но мы преодолели все сложности. Все артисты – это студенты вокального отделения колледжа. Главная роль досталась Елизавете Рудаковой, выпускнице этого года. Как признается девушка, героиня ей близка, поэтому трудностей на репетициях не возникало. Для Елизаветы это первая главная роль. Как будто не я стала Еленой, а Елена дала мне возможность раскрыть меня. То есть я стала, по моим ощущениям, более выносливой, более открытой. Стало легче петь свою программу по вокалу. Наверное, роль Елены... Наверное, Елене было со мной сложно. Роль Париса сыграл Никита Кобелко. Он учится на втором курсе, и ему было перевоплощаться в персонажа посложнее. Вообще, этот персонаж прямо противоположен мне, так как он весь такой пафосный из себя, а я в жизни более скромный. Поэтому мне приходилось много наигрывать актерски, чтобы раскрыть своего персонажа. Эту постановку готовили весь год. Она является знаковой для колледжа. Именно на «Прекрасной Елене» появился симфонический студенческий оркестр. Ранее уже был опыт привлечения музыкантов на спектакли, но по несколько человек. И только сейчас появился полноценный состав. Для меня это малоудивительный опыт, а для студентов, я думаю, это большой, очень важный, очень серьезный опыт. Как раньше, знаете, говорили, профориентации, да, в понимании того, чем... Они, возможно, будут заниматься, если действительно будут стремиться к самым высоким вершинам мастерства в своем непосредственном направлении. Элементы современности, актуальный юмор и ироничный сюжет. Это не могло не понравиться зрителям. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.